Проверить свою физическую форму и общее состояние здоровья в субботу 24 марта жители губернии приглашают в спортивный комплекс МТЛ-Арена, где пройдет единый день ГТО. Все желающие смогут официально или в тестовом режиме выполнить нормативы. Для этого необходимо заранее подать заявку. Жители губернии смогут сделать это с 14 до 18.00. В это же время будут работать интерактивные площадки по мини-гольфу, армрестлингу, ориентированию, настольным играм, а также аттракционы для маленьких посетителей. А в 10 часов утра стартует финальный этап соревнований среди дошкольников. Дети примут участие в многоборье ГТО и пройдут полосу препятствий.